Всем привет! Меня зовут Анастасия. Мне 31 год, и я мамочка в декрете. Естественно, я поправилась после родов. Вместе с мужем мы решили заняться спортом. И в интернете искали программу, которая бы нам подходила. 20 сентября мы увидели программу Workout и решили бросить себе вызов. Всем привет! Это мой первый день с Workout. Очень клево было тренироваться. Мало, конечно, но я надеюсь, что будет все круто к Новому году. Всем удачи! Так как я новичок в спорте, то мне нужно было найти такую программу, в которой было бы мало упражнений, но они были бы эффективными. Нам повезло. В программе Workout рассказывали не только об упражнениях, правильном выполнении техники, о строении тела, но также уделили большое внимание питанию. Каждый день был новый инфопост, в котором мы узнавали все секреты стройности нашего организма и его здоровья. Также в программе Workout мне понравилось, что в ней можно было найти таких же единомышленников, как я, которые тоже собираются и тренируют свое тело, здоровый дух. Привет, это 35-й день Workout. Занимайтесь и не останавливайтесь. Спустя месяц после начала тренировки по программе Workout я заметила улучшение в своей фигуре, но техника выполнения моих упражнений не была идеальной. Но я также следила за своим питанием, выпивала не менее 2 литра воды в день. Стала чувствовать себя лучше, и тренировки приносили радость. Благодаря программе Workout я похудела на 7 килограмм. Пока. Да, говорю пока, потому что это не конечная точка. И дальше я планирую заниматься на турнике и делать те же упражнения. Только увеличивать результаты и улучшать свою технику. Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо и, конечно же, и Антону Кучумову, и всей команде, которые создали эту программу и дарят большинству людей шанс быть здоровыми, красивыми и счастливыми. Также хочу сказать большое спасибо Леночке и Павлу из Химок, которые приезжали в Тверь и поддерживали, помогали тренироваться. За все, ребята, вам большое спасибо, вы большие молодцы. И еще хотела бы сказать большое спасибо своему мужу, который тоже поддержал меня в этом, тоже принимал участие в данной программе. Спасибо всем. Спасибо, Workout.